Киев к проведению Евровидения готов. Украина получила высокие оценки от делегаций стран-участниц. Встреча представителей состоялась в столице. Организаторы приоткрыли занавес главных площадок. Церемония торжественного открытия песенного конкурса Евровидения 2017 состоится 7 мая в Киеве. На площади Конституции возле Марининского дворца, Верховной Рады и на смотровой площадке развернут красную дорожку длиной рекордные 265 метров. Этот звездный путь пройдут все участники конкурса. Церемония открытия будет традиционной, но с ярким украинским акцентом. Главным украшением станет выступление Национального академического оркестра народных инструментов. Он будет аккомпанировать звездам. Среди них Джамала, Руслана, Олег Скрипка и Друга река. Организаторы уже опубликовали список участников Евровидения 2017. Это представители 43 стран, что является повторением рекорда и подтверждением большого доверия европейских друзей, подчеркнул вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. Также он отметил, что украинская сторона будет решать вопрос в отношении потенциальной участницы от России. Одна из этих стран, а самая Российская Федерация. Одна из этих стран, а именно Российская Федерация, незаконно аннексировала Крым и продолжает непровозглашенную гибридную войну на востоке Украины. В то же время эта страна среди участников Евровидения. Российская сторона предложила певицу, которая, к сожалению, по некоторым сообщениям, пересекала границу Автономной Республики Крым в незаконный способ. Более 23 тысяч билетов уже продано на 9 событий Евровидения 2017. Это генеральные репетиции, а также полуфиналы, которые пройдут 9 и 11 мая, и финал 13 мая. Украинская рок-группа «Оторвальд» выступит 22-й. Номер определили жеребьевкой во время встречи представителей стран-участниц конкурса. Олеся Гурбик, Петр Галка, UATV.